Делегация Ивановской области во главе с губернатором Павлом Коньковым с официальным визитом посетила Белоруссию. В Минске ивановцы возложили венок к монументу Победы. В рабочем расписании подписание ряда документов, встречи и переговоры. Но, пожалуй, главной, даже исторической, можно назвать встречу с Александром Лукашенко. Президент принял ивановского губернатора лично. Полуторачасовые переговоры прошли плодотворно. Речь вели о текстильной продукции, о точках соприкосновения интересов в этой сфере и о других отраслях экономики. Также состоялась встреча Павла Конькова с премьер-министром республики Андреем Кобяковым. Участники переговоров обсудили наращивание сотрудничества заводов МАЗ и Автокран. В концерне «Беллекпром» был подписан план мероприятий по развитию отношений между Республикой Беларусь и Ивановской областью на 2016-2017 годы.